каждый раз репертуар обновляется. И надо сказать, что именно в этом году мы услышали песни, которых, например, в прошлые года коллективы не представляли ни разу. Поэтому мы, наверное, говорим прежде всего о том, что растет не только исполнительское мастерство, но прежде всего меняется сам репертуар, он меняется в лучшую сторону, он становится более качественным, более осознанным. Ансамбль наш называется «Бабье лето». Мы представители Дворца химиков. Вот. Мы участвуем в этом шоу, можно сказать, не первый раз. Прошлый год мы были победителями. И, конечно же, ну, репертуар у нас такой широкий, конечно, но больше, знаете, вот именно присутствие «Бабье лето». Именно вот вдохновение наше. Сегодня две песни мы будем исполнять. Значит, одна вологодская, как у нас она, поэтесса Ольги Фокиной. Очень хорошая песня. «Вдоль по Вологде метель». Отличная песня. И вторая песня, она тоже про Вологду. То есть про Вологду, про наш край. Красивый. То, что которого мы всем любимы, в котором мы живем. Наш коллектив выступает уже не первый раз и с удовольствием участвуем в этом мероприятии, которое называется «Голоса Победы». А почему? Ну, потому что такие мероприятия, они в первую очередь объединяют коллектив. Ну и, конечно, как любые женщины, нам хочется показать себя, потому что мы самые красивые и самые лучшие. Репертуар мы выбирали коллегиально. Каждый приносил свою песню, свой репертуар предлагал. И, наверное, таким общим голосованием мы пришли к единому мнению. Поэтому с удовольствием поем эти песни, они нам очень нравятся.